Всем привет! Очередной обзор протеина от отечественного производителя Йобатон. Серия «Протеин плюс коллаген». Восстановление и рост мышечной массы, оздоровление суставов и связок, укрепление прочности костей. Вкус банан. Так, первый вкус мне понравился. И состав тоже. Здесь состав аналогичный. Идет 2 грамма гидролизованный коллаген. Плюс добавляется витамин С, который помогает усваиваться коллагену, что является плюсом. Так, по коктейлю все понятно. Тут сыворотка плюс коллаген. Дальше смотрим по составу. Концентрат сывороточного белка, коллаген. Так, сублимированный банан натуральный, что плюс. Ну и витамины. То есть ничего лишнего здесь нету. Рекомендации для достижения максимального эффекта принимать по одной порции 25 грамм до 3 раз в день между приемами пищи. И разводится это с 200-250 миллилитрами обезжиренного молока или воды. Мешается в шейкере все. Так, вскрываем, смотрим. Так, чуть-чуть. Ага, все, есть. Ну, порошок однородный в этот раз. Так. В шейкере 200 миллилитров воды. Так, первый вкус размешался хорошо. Ну, здесь чуть-чуть не домешался, но, в принципе, я смотрю, все хорошо тоже. Так, пены почти нет. Так, все вот так это выглядит по запаху. Ну, запах спелого банана. Такой немножко агрессивный, конечно, но в целом неплохой. Так, вкус. Так, размешался чуть-чуть с комками совсем, но вкус приятный, как обычный банановый молочный коктейль. И он слаще, чем первый вкус при этом. То есть он такой не приторный, но достаточно сладкий. Вкус приятный, однозначно серия хорошая. Это у меня второй вкус. Всего в серии 3 вкуса, еще есть клубника. Ее я могу рекомендовать. По ценам она, в принципе, неплохая. Единственное, там сейчас нету нормальных больших упаковок. На площадках торговых представлены только пробники. Пробники можно взять там в разных количествах, там до 15 штук за раз. Ну и цена, в принципе, достаточно неплохая на них. Состав хороший. Могу эту серию рекомендовать. Единственное, какой момент. Если протеин можно принимать на постоянку, без каких-либо там последствий вообще для организма, то коллаген, как рекомендуют те же производители, он пьется курсом. То есть его нужно употреблять до полутора месяцев. Потом сделать перерыв там от 2 недель до месяца. Потом возобновить прием, возможно. Вот, поэтому это такой продукт не на постоянку, а вот периодами. Как раз можно себе взять несколько пробников, расположить там их во времени на месяц-полтора и спокойно себе принимать. Вот, поэтому это все я рекомендую. Ну, во всяком случае, по составу. Вот, и по вкусу. Однозначно, да. У меня завтра еще будет чуть другая серия с L-карнитином. Посмотрю, может быть, тоже будет интересной. Эта серия, на удивление, мне вот прям зашла. В отличие от первой серии данного производителя, которая вообще была, ну, никакая. Вот. Все, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал и до свидания.